Всем привет! Добро пожаловать на мой любимый YouTube канал. С вами Владик. Извините, что я такой сонный, но все же хочу сказать вам о том, как мне тут плохо, потому что погода меня особенно не радует. Смотрите за окно. Снова дождливо. Ничего не предвещает хорошей погоды. Я уже на самом деле не знаю, каких богов просить о том, чтобы здесь наступила солнечная погода, чтобы можно было насладиться красивым Санкт-Петербургом. Но, увы, видимо, не в эту поездку. Я не знаю, будет ли другая поездка. Вот так я по кроватям походил немножко здесь. Ох, может, завтра повезет. Уже выходные наступают. Людям хочется прогуляться по осеннему Питеру, посмотреть различные достопримечательности. Ну как же быть, если все-таки погода не нормализуется? Не под зонтиками же ходить, верно? Не знаю. В общем, как-то так. Сейчас у меня небольшой перерывчик. Покушаю и за работу возьмусь. В общем, всем хорошего дня. До скорого. Чао.